Благодійність – одна з людських чеснот. Як миколаївці ставляться до цього прояву альтруїзму? Всегда жалко людей. Я бы сама помогала, и у меня есть знакомые, которые нуждаются в помощи. По мере возможности я им помогаю. А в такую благотворительность, как стоят с этими вот коробками трясут, я в это не верю. Что это не идет в чей-то карман, а именно идет туда, куда люди отдают. По возможности помогаем. Работа такая. А кем вы работаете? Строительной организацией. А каким образом тогда помогаем? Ну, допустим, сейчас в Снегирёвке будем помогать делать невеликий ремонт, там, центр реабилитации. Нормально. Если сам в достатке, то почему бы другим, например, не помочь, которым меньше с этим повезло, там, с финансами, с ресурсами. Мы с мамой в детдом вещи давали, отдавали. Как относитесь к благотворительности и хотели бы кому-то помогать? Ну, занимался благотворительностью как волонтер. В акциях «Сердце без сердца» и подобных николаевских. Вот. Это хорошо, правильно. Если вижу, что действительно человек нуждается в этом, я помогу помочь. Спасибо. А то сейчас вы знаете сами, как бывает. А как бывает? Ну, что обманывают, делают вид, что им нуждаются, а сами понимаете, в карман и все. То есть тут еще надо, я по человеку смотрю, чаще всего не ошибаюсь. Я считаю, что нужно помогать всем, если у вас доброе сердце. Но лично меня беспокоит проблема – это доступности среды для инвалидов. Потому что вот даже пройтись по нашей Соборной улице, посмотреть, доступно ли для инвалидов подняться на бордюр, пройтись, подняться в банк по ступенькам – это все очень ограничено, везде барьеры. А это ваша работа или личная инициатива? Это моя личная инициатива. Ну, удачи вам тогда. Спасибо большое. К благотворительности я как бы отношусь нормально, но если она идет туда, куда она действительно как бы там сказана или написана. А если так как у нас стоят всякие там женщины в маршрутке заходят, типа там с бумажками, ну это понятно, что или там возле Макдональдса сидит дедушка или мужчина на колясочке, ну, это понятно, что они идут как бы ну, не им или там не на пользу, а как бы там или на алкоголь, или на какой-то там левые вещи. Кто больше всего сейчас нуждается? Ну, мне кажется, знаете что, мне кажется, больше, конечно, может быть, вот старое поколение, имею в виду, вот инвалиды, там еще отечественные войны есть, вот такие престарелые, которые, допустим, люди живут на одну пенсию. Положительно. Ну, мы часто благотворительностью занимаемся. Каким образом? Ну, вот помогаем всяким людям, которые просят денежек. Это ж можно тоже отнести к благотворительности. Да. Ну, а как думаешь, кто сейчас вот в нашем обществе больше всех нуждается? Кому нужно помогать? Ну, я считаю, нужно помогать сейчас тем, кто находится вот в горячих точках. Им сейчас сложнее всего. Возможно, беженцы из Донбасса, переселенцы, потому что они приехали. Они свое жилье бросили, своих знакомых, друзей бросили. Они самым больше, возможно, в помощи нуждаются. Думаю, это какие-то больные маленькие детки, скорее всего, я так считаю. Им как бы больше надо. Люди, которые живут на улице, бывает проходим, жалко людей, которые просто идут, собирают бутылки и все такое. Отже, не забувайте про тих, кому гірше, ніж вам. Допомагаймо один одному.